Зрителям, подписчикам привет. Сегодня будет у нас производиться монтаж теплицы «Легенда 3х10» с перегородкой, комбинированное покрытие. Будет и стеклянное, и поликарбонатное. Но это все увидим потом. Пока приехали, располагаемся и приступаем к монтажу. Засмотрелся просто, как работают завораживающе. Парник также привезли, хлебница, вот он пока в полуразобранном виде, надо ему прилепить крылья. Стеклянный торец будет, дверь алюминиевая. Каркас мы поставили, закрепили к основанию, сейчас докручиваем прогоны, конек прикрутить на наживили полик на дальнюю стену. Сейчас будет подготовка к покрытию передней стены стеклом. Подготовим и покроем. Затем у нас крыша. Теплицу мы полностью покрыли поликом, стеклом. Сделали форточку в торец, обшили. Сделали стеновые фрамуги. Осталось нам собрать торец, покрыть его. Ну, в смысле не собрать, а покрыть торец стеклом, установить дверь и установить два форточных блока на термоприводах. Сейчас монтируется система подвязки. Все остальное позже. У нас монтаж, например, строили теплицу «Легенда 3х10». Комбинированное покрытие. Крыша и одна стена стеклянная, один торец стеклянный, два торца, точнее торец с перегородкой, и крыша покрыты поликарбонатом. Стеклянный торец, установлена алюминиевая дверь правая. В поликарбонатном покрытии имеются две форточки стеновые. Также имеется два форточных блока на термоприводах. Имеется система подвязки, расположена согласно грядкам. Каркас сделан из трубы 40 на 40, покраска полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Имеются диагональные усилители для большей жесткости конструкции. Все это стоит на бетоне, закреплено с помощью анкеров. По низу пущен отлив из уголка 50 на 50, покрашенного в цвет. Теплица очень просторная, очень светлая, надежная и прочная. Вот такая отличная легенда. Покрытие комби у нас получилось. Все, у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.